Вчера, 1 июня, в день, когда закончилась православная Пасха и началось лето, украшенное Днем защиты детей, 9-летний деть травмировался в ДТП по вине своей невнимательной мамы. Двух детей многодетная мать защитила, а третьего нет. Ну и сама поломалась изрядно. Себя-то она вообще не защитила. Декорация такая. 34-летняя родительница-водительница и трое ее детей ехали на «Опеле Астра» из Екатеринбурга домой в Алапаевск. Дорога лежала через Березовский. В 8 часу вечера автопилотка «Островитянка» с 10-летним стажем руления и всего одним НПДД за плечами проскочила развязку и затеяла развернуться в ближайшем удобном месте, где это разрешено. И такое место отыскалось на Березовском тракте 4 возле Березовского привоза. И вот смотрите ситуация. Многодетная мать и многоопытная рулевая пошла в разворот типа как бы в соответствии с правилами 2D, не пересекая сплошную, на нерегулируемом перекрестке. Но, во-первых, она пошла на разворот из правого ряда, и, во-вторых, судя по всему, опелеводка не посмотрелась в боковое светомузеркальце и не увидела, что сзади за ней по левому ряду катилась Honda. Ну и фактически женщина-мать с тремя детьми на борту в день защиты детей подставилась «Опелем» под епошку. И «Хонда» на всем скаку вонзилась «Астре» ровно в водительскую дверь. Около 20 часов по адресу город Березовский, Березовский тракт 4, произошло дорожно-транспортное происшествие, столкновение двух ТС, автомашины «Опель» и «Хонды». Водитель «Опеля» и 9-летний пассажир пострадали. Оба были доставлены в центральную городскую больницу города Березовска, ЦРБ номер 1. Кто-то спросит, а почему из трех детей в больницу отъехал только один, 9-летний пацан? А дело в том, что двое детей были обременены. А вот он сидел сзади посерединке, и мама, видимо, разрешила ему не пристегиваться. А может, просто не было среднего ремня. Но факт, что пацаненок при боковом ударе так встряхнулся, что уехал в Березовскую больницу. Впрочем, врачи его осмотрели, обнаружили у него всего лишь ссадины на лице, да и отпустили домой. О том, кто забрал его из больницы и двух других детей из «Опеля» и отвез домой в Алапаевск, не сообщается. Ну, видимо, нашлись какие-то родственники. Может, папка приехал. Но точно этого не могла сделать многодетная мама, виновница замеса. Она сама угодила в лечебницу, из которой выйдет не очень-то скоро. Ибо врачи надиагностировали ей сотряс мозга и перелом таза. Какое-то время дети поживут без мамы на каникулах. На этом фоне говорить о том, что пилотку «Опеля» оштрафовали на 3000 рублей за косячную перевозку сына, ну, как-то не приходится. Этот факт просто меркнет перед такой семейной драмой вообще на ровном месте, да еще и в день защиты детей.